Свой день рождения политическая партия «Единая Россия» празднует чередой встреч и приемов с активными членами и сторонниками отделения. В рамках тематических мероприятий Ленинский городской округ посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Парламентарий пообщался с руководителями учреждений молодежи, культуры и спорта, участниками первичного отделения «Видновская 23». Поговорили о том, что сейчас происходит на предприятиях, чем они живут, какие проблемы, чем можно помочь. Действительно много предложений, есть вопросы, записали, переговорили. Я думаю, что мы будем эти вопросы решать. И, может быть, они и не так быстро будут, потому что все-таки есть глобальные вещи, например, строительство ФОКов, они не решаются одномоментно, но... Более мелкие вопросы можно решить быстро, а те, что не скоро, ну, поставим их, сделаем дорожную карту и постепенно, поэтапно будем идти до завершения. Во время встречи партийцы подвели промежуточные итоги года, поделились лучшими практиками и рассказали о планах на следующий год. Также обсудили вопросы создания новых спортивных объектов и реализацию местной партийной программы на следующий год. В ходе беседы руководители учреждений смогли задать депутату волнующие их вопросы. Мы задали вопрос по поводу ремонта нашего здания. Историко-культурный центр – это центр города, это лицо города, лицо района. Поэтому мы бы очень хотели и надеемся на помощь. Поддержку. В честь праздника активистам первичного отделения были вручены благодарственные письма и подарки. Также на встрече отметили и ход реализации народной программы «Единой России», которая, по мнению активистов, исполняется быстрыми темпами. За этот год удалось реализовать 300 наказов жителей и провести более 90 мониторингов важных социальных объектов. В ближайшее время депутаты фракции проведут встречу с первичными отделениями на отдаленных территориях муниципалитета. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.